Доброго времени суток, зрителям, членам, гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн. И сегодня мы с вами поиграем в игру под названием «Тучка-вреднючка». Вышла на 15 апреля 2021 года. И сейчас мы с вами за тучку-вреднючку будем портить людям жизнь. Будем хохотать. А пока смотрим заставочку. Вот такая у нас предыстория про тучку-вреднючку, которая отправилась в Сиэтл для того, чтобы подмочить людям жизнь. Итак, первое наше задание. Звездой отмечены цели, которые нужно выполнять для прохождения уровня. Самая главная цель — намочить жениха и невесту, 2 человека, и намочить всех человеков, 24 человека. Начинаем. Так, наверное, подождем, пока невеста подойдет, и сразу кучностью их намочим. И невесту, и жениха, и преподобного. Справа, как я понимаю, у нас идет шкала количества воды в нашей тучке. Так, они подходят. Вот, и мы сейчас так, оп, и сразу троих. И поехали. Кстати, очень такая забавная игра. Мне нравится, как тучка радуется, когда она кидает водичку. Это ей очень весело. Ага, вот женщина с белыми волосами не намочена. И вот этот дед. И вот этот дед. Так, вроде все. А нет, не всех мы еще намочили. Кто-то только... А, вот, нигер. Еще кто-то. И вон еще. Ты смотри, как они разбегались. Все, готово. И выполнили мы секретное задание — опрокинуть все стулья. Итак, закончим. Поехали дальше. Вот такая вот у нас игра про тучку-вреднючку. Кстати, очень весело, как по мне. И неожиданно. Неожиданно весело, такая незамысловатая игра, но расслабляющая. Как мы с вами говорили, игры должны расслаблять, а не напрягать и загружать. Так, не спорю, я мусорка, но человек и не имеет права меня поджигать. Прошу, затуши огонь и преподай человекам урок. А взамен я пощелкаю тебя за работу. Сделаю крутые снимки в фоторежиме. Следи за подсказками на экране. Так, потуши все возгорания, намочи всех человеков. 8 человек, вон возгорания у нас начались сразу. Боже, машина горит, все горит. Пусть оно взрывается нафиг, та машина. Нам главное человека всех намочить. Мусорку потушили. Протушим тут получше. Чик. Что-то у нас по тучке еще водичка есть. Чтоб не провтычить и водичку не этот. Всю не потратить. И вот здесь. Все, готово. Закончить. Бах, кого я вижу? Неужто это юная тучка? Кто я такой? Что за вопрос? Я дедушка Туча, отец всех тучек. Я помню времена, когда мемы только-только появились. Привет, медведь. А, точно, да, кстати, я тоже помню, такой же старый, как этот дед Тучка.
Надеюсь, что ты прислушаешься к моим мудрым словам. Путешествуя по миру, ты наверняка разблокируешь модные шляпы. Как же Тучке надеть шляпу? Спросишь ты, что за вопрос? Просто войди в Тучкин дом. Ну же, попробуй прямо сейчас. Не хочу заходить в Тучкин дом, но давайте настроим Тучку. Декор. Так, шляпки, цилиндр. Давайте цилиндр возьмем. Цвет, кажется, дождь собирается. Вроде как закатная Тучка. Почему бы Тучка не быть зелеными? Эти облака фиолетовая вата. Давайте, наверное, так, кто в теме тут поймет. Возьмем себе лицо. Ага, рисовать, да? Давайте у нас Тучка такая будет. С подбитым глазом. Вот такая. Тема пойдет. И поехали отсюда. Посмотрим, что у нас там следующее за задание. Попробуем его. Ну, смотрите, как миленько она смотрится. Может, тут сначала пройти. Так. Защити бомбу. Помоги ей сделать большой бадабум. Кстати, даст второй, наверное. Похоже очень. Так. Контртеррористы побежали. Оп. Не пустим вас к бомбе-то нашей. Кстати, а если их намочить, это что-то дает? Может, какой-то как скрытый пул какой-нибудь? Бочки ничего не дает. Так, подмочили тебя. Смотрите, как они активно к нашей бомбе бегут. Так и хотят ее задотюзить. Не знаю, получится ли мне удержать. Ой-ой-ой-ой. Пошли вон от нашей бомбы. Смотрите, как они сразу бросаются на нее дефузить. Блин, кошмар. Нет, наверное, я не успею ее задефать. Взрывайся, бомба. Не получилось. Не получилось. Давайте закончим, пойдем дальше, попробуем еще. И на это, наверное, наше видео про Тучку вреднючку будем заканчивать. Что здесь? Могу? Нет, не могу, блин. А вот тут, на пляже. Так, намочи всех человечков 14 и сбегай солнце. Ух ты. Вот это, ага, вон солнце такое злое на нас течет. А мы сейчас их, человечков этих. Смотрите, как солнце за нами гонится. Опа. Опа. Еще я вроде всех намочил, нет? А, тебя еще. Все, человечки все. Или не все. Так, солнце я уже не хочу мочить. Точнее. Давайте попробуем, может, посмотреть. Еще одного где-то человека не намочил. А, вот он. Спал под этим. Ой, я еще раз нажал, да? Ну ладно. Давайте еще раз. Я тоже знаю секретик, где тут спрятан. Человек 11, ой, точнее 14. Оп, солнце, солнце. Я вам позагораю. Сволочи такие, вон он. Оп. Готово. Закончить, кстати, очечки выбили. Пляж 2. Пожар в мусорке 2. Здесь я вообще не прошел. Ладно, мы можем в парке попробовать. Или что это? Зоопарк, парк. Тучка, Тучка, помоги. Человеки куда-то подевали все деревья. Без твоей помощи нам не обойтись. Кто я такой? Я лягушонок. Кто же еще? В 90-е я был героем одной популярной видеоигры Куане. Делай вид, что ты не слышал. Прыгал себе через дорогу, уклонялся от машин. Захватывающие были времена. Так вот, скажи, как к тебе родному приду, наткнусь на этот заброшенный парк. Прошу, помоги нам встретить тут Ква, красивый сад. Но пощади детей, они просто глупенькие, Ква. Так. Задание. Вырасти красивый сад 0,75, не намочи человеков, намочи все светильники. Так, хорошо. О, водичку сюда добавим. Пополнить запас воды здесь у нас, да, если что, пополнять. Опа. Я понял. Главное не намочить человеков. Так, теперь вот здесь пройдем.
главное, человеков не намочить. Не намочить человеков. А, все светильники надо еще полить. Точно. Чик. Водичка закончилась. Есть. Так, так, так. Еще вот. Блин, человека намочил. Ёлки, где ты там взялся, человек? Чик-чик. И что? Блин, а почти всех человек мне намочил. В общем, вот такая вот, ребятки, игра про тучку-вреднючку, тучку-вонючку, кто хочет, так и называет. Обязательно советую к ознакомлению. Можно пофаниться, полетать, помочить человечков и почувствовать себя коварной злой тучкой. А с вами был Рось, это был канал Роли Гейм Онлайн. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки и до скорых встреч. И, кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал про киберсемью. Всем пока.